Испания высылает военный корабль к берегам Лампедузы, чтобы доставить находящихся на борту судна Open Arms мигрантов в порт Пальма де Мальорки. Тем временем их терпению приходит конец. Утром во вторник 9 мигрантов пытались добраться до Лампедузы вплавь, отказываясь возвращаться на борт судна МПО. Накануне итальянские власти заявили об отказе Open Arms взять курс на испанские Балиарские острова для высадки мигрантов и новом предложении перевести их на судах итальянской береговой охраны. Свой отказ Open Arms объяснил плохим самочувствием мигрантов, которые, как утверждаются, не в состоянии перенести поездку до Испании. Накануне 8 мигрантов, нуждающихся в медицинской помощи, эвакуировали в порт Лампедузы. Остальные 90 спасенных в Средиземном море по-прежнему дожидаются своей участи на борту судна, дрейфующего почти 3 недели в международных водах. В то же время средиземноморский миграционный кризис только набирает обороты. За последние несколько дней на Лампедузу высадились в общей сложности 110 мигрантов. Организация «Тревожный телефон» заявляет о еще одной трагедии в море. К ней обратился рыбак, спасший 3 мигрантов затонувшей лодки, который уверяет, что на борту было более 100 человек, и все они погибли. Ситуация накаляется на борту судна «Ocean Viking». Более 10 дней 365 спасенных сотрудниками организации «Врачи без границ» мигрантов ждут разрешения сойти на берег. На предложение плыть в порт Триполи судно ответило отказом.